Вот так вот проверяем, стучит или не стучит стойка стабилизатора. Меняем стойку стабилизатора на Volkswagen Jetta. Сняли колесо. Вот стойка. Какого производства? Ой! Знаю. Какого-то производства. Сказали с Москвы. Московского производства, но, скорее всего, она китайская. На родных стойках гайка на 18, а на покупных уже на 19. Так, сейчас мы помажем ЛДшечкой. Смажем чуть-чуть. Когда пружина разжата, стойка находится на напряжении. Чтобы ее разгрузить, можно подложить что-то под рычаг и слегка опустить домкрат. Мы использовали второй домкрат. Слышишь? Видишь, она во все стороны. Все, вставляем новую стойку. Да? Все, гаечки все закручены, все две. Спускаем домкраты. Ничего не надо, оказывается.